Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степлвуд. Я снова в дороге и на сей раз направляюсь в город Рязань. Там наметили несколько объектов. Меня в основном, конечно, интересует подземка, но есть и кое-какие интересные места наземные, в которые тоже, надеюсь, успеем попасть. Мы достаточно быстро добрались до Рязани. Думал, хоть в Рязани движение нормальное и без пробок. Отдохну от пробок. Нет, блин, выехали из Москвы по пробкам, приехали в Рязань тоже. Одни пробки. Пока еще не стемнело, мы решили посмотреть и отснять наземные объекты. Ведь для съемок подземки время суток не имеет никакого значения. А используя фонари при съемке наземных объектов, мы лишний раз рисковали быть замеченными. Впрочем, то, что мы начали снимать засветло, в этот раз нас не избавило от проблем с охраной. Вот что значит одинокая речница. Даже у стоянки, заброшенной железнодорожной техники найдет речку. Ты просто здесь задигала речку. Берегись контактного провода. Хорошее напоминание для зациперов. Первое место, которое мы хотели посмотреть в Рязани, это стоянка заброшенной железнодорожной техники. Здесь много тепловозов, вагонов. К сожалению, в железнодорожной тематике я не очень хорошо разбираюсь и не смогу подробно, наверное, рассказать о моделях этой техники. Место это оказалось очень атмосферным. Поснимать ставшие ненужными машины на фоне осенней промзоны, оказаться в кабине машиниста маневрового тепловоза, совсем недавно исправно работавшего где-нибудь на одной из многочисленных станций, оказалось очень необычным для меня. Я хочу только камеру поснимать. По слухам, раньше сюда периодически наведывались черметчики. И чтобы организовать эффективную охрану списанной техники, в тупике было установлено множество камер, картинка с которых выводилась на пост охраны, расположенный в некотором отдалении отсюда. Большая часть локомотивов представлена очень популярными в Советском Союзе маневровыми тепловозами ЧМ-3, чехословацкий маневровый тепловоз с электрической передачей третий тип, выпускавшийся с 1963 по 1994 годы и массово поставлявшийся в СССР для нужд советских железных дорог. Таких тепловозов и по сей день немало трудится на территории России. Здесь можно вблизи хорошо рассмотреть сцепку, пневматические шланги. А в фарах стояли самые обыкновенные электрические лампочки. А вот так выглядит кабина машиниста тепловоза. Где-то здесь должен быть знаменитый кран машиниста. Кран машиниста предназначен для управления тормозной магистралью поезда, служебного или экстренного торможения. А вот в заброшенных старых машинах элемент современной техники. Честно говоря, не берусь сейчас сказать, что это такое. Но, возможно, это какой-то аналог тахографа на грузовых автомашинах. А здесь ряд рубильников. И вот это вот панель управления электросистемой тепловоза. А вот интересная инструкция от 2010 года для машинистов, которые они должны зачитывать и объявлять, как я понимаю, при остановке. На этом моменте нашу съемку стуком дубинкой в дверь кабины прервал охранник. Далее он весьма вежливо попросил нас удалиться, и никакие уговоры и объяснения, что мы специально приехали из Москвы снимать необычные заброшенные места Рязани, не изменили его точку зрения. Нам пришлось покинуть стоянку железнодорожной техники. Сейчас я нахожусь на самой нижней площадке ствола, от которой уходят два ответвления коллектора.
А глубина ствола где-то чуть более 15 метров. Далее мы отправились в недостроенный канализационный коллектор, но о нем мы расскажем в очередной серии. Следующий день мы начали с посещения недостроенных или заброшенных отстойников. Место, конечно, не слишком привлекательное, но я, как любитель всякого рода какашников, решил посмотреть на эти недостроенные очистные сооружения. Вот это вот радиальные отстойники. Интересен здесь, пожалуй, только масштаб. Размер этих сооружений. Ну и здесь создается достаточно приятное эхо, своеобразная акустика в замкнутом помещении. А еще здесь растут камыши. Но последние, которые остались, напарница все повыдергивала. Камышей было больше. Ну а сейчас пришло время прощаться. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Конечно же, ставьте большие пальцы вверх и до новых встреч. Всего вам самого наилучшего!